Вечная память герою. На кладбище Богородское состоялось захоронение непогребенных останков красноармейца Вадима Васильевича Большакова. Он погиб, защищая родину во время Великой Отечественной войны и с 1944 года считался пропавшим без вести. Мой отец, он самый младший брат, и его брат, их трое было, они очень его ждали, очень искали, вот, до последнего. Подавали везде, где можно, заявки. Вот. И это был очень светлый человек, во-первых. Во-вторых, он всегда был первым во всем. Любил очень побеждать в любых соревнованиях. Имел очень много успехов в спортивной карьере. Закончил он Московский политехнический институт. И сразу после защиты диплома отправился на фронт и тут же погиб в 1941 году, буквально через месяц. Останки Вадима Большакова были обнаружены в июле этого года поисковым отрядом «Поиск» на территории Смоленской области. Идентифицировать их удалось по данным смертного медальона. А уже благодаря ивановским поисковикам удалось быстро найти племянницу погибшего красноармейца. Благодаря нашей администрации мы побывали в Смоленской области. Я пообщалась с поисковиками. Это просто незабываемое впечатление. Ну и вот организовали еще такое вот захоронение. Красноармейцы похоронили со всеми подобающими случаю почестями в сопровождении почетного караула и полкового оркестра. Кроме того, прозвучал салют. Обязательно настоящее поколение, оно должно чтить память наших отцов и дедов, отдавших свои жизни за нашу родину, за нас, чтобы мы жили наши дети. Вот поэтому я считаю это очень важно, и, естественно, наш полк принимает участие в этих мероприятиях. Такая же торжественная церемония захоронения прошла и в поселке Песцово Комсомольского района. Все тот же смоленский поисковый отряд обнаружил останки еще одного уроженца Ивановской области – красноармейца Алексея Липина. Любовь Подчерникова, Денис Денисов, РТВ Иваново.